Сегодня будем готовить а-ля белевскую пастилу, но с салычой. Алычу моем, чистим, добавляем воды, готовим до мягкости, протираем через сито. Добавляем сахар и уварим, чтобы наше пюре было густое. Затем взбиваем белки с сахаром. На каждое полкило пюре потребуется 2 яичных белка. Белки взбиваем до устойчивых пиков. Смешиваем остывшее пюре с белками. И выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сушим в духовке при 80 градусах. Дверку лучше приоткрыть, чтобы выходила лишняя влага. Сушим где-то 10-12 часов. Готовую пастилу достаем из духовки, даем остыть и разрезаем на несколько частей. Так будет лучше отделить пастилу от пергамента. Если низ пастилы не просох, то отделяем от пергамента и снова ставим в духовку на час или меньше. Затем хорошо просушенную пастилу достаем из духовки, разрезаем на небольшие кусочки и складываем друг на друга. Я делала 2 слоя. Хорошо прижимаем и обваливаем в сахарной пудре, чтобы пастила не прилипала друг к другу. Храню я в холодильнике. Может храниться и год, и больше. Приятного аппетита! Надеюсь, мой рецепт вам понравится. Все подробности рецепта вы найдете под видео. До новых встреч на моем канале.